мой сын, не сам Женя. Моя душа кровоточит от безвременной утраты. Единственный сын, который был для нас опорой, его доброе сердце и широкая душа всегда была распахнутыми. Он поражал всех своим ясным умом, знаниями по психологии, юмором, блистательным актерским мастерством. Ниссан был очень добрым в обыденной жизни и демонстрировал мудрое понимание истинных ценностей человека. Любовь и преданность творить добро. Любой человек после беседы с ним уходил с просветленной душой. Он, как любящий отец шестерых детей, прививал им особое, высокое чувство ответственности к окружающему миру. Мой сын, Ниссан Женя, слишком рано смерть тебя достала. Плачут дети, и твоя старушка-мать постоянно катится слеза. Мы все помним твои добрые глаза. Возле могилы твоей я стою и вновь колыбельную песню тебе я пою. Ниссан Женя Якубов родился 26 марта 1969 года в Ташкенте в семье Бориса Якубова и Любы Шамсиевой. Эта семья славилась своей интеллигентностью и добропорядочностью. Отец Борис Якубов был высокообразованным человеком и был родом из известной семьи Лахчак. Он закончил Ташкентский политехнический институт, получил диплом инженера. Потом учился в Риге и закончил летную школу. От природы Борис Якубов был добрым, честным тружеником и всюду старался творить добро. А мама Люба Шамсиева тоже была из рода лидера города Бухары Рафаэля Шамсиева. Вот в такой семье и рос, и воспитывался их единственный и долгожданный ребенок, сын Ниссан. История его имени имеется под собой свою основу. Своего любимого сыночка они нарекли именем Ниссан, потому что он родился по еврейскому календарю месяц Ниссан. А второе свое имя, Женя, он был назван в честь друга Бориса по летной школе. От природы Женя рос веселым, задорным, смышленым, любознательным мальчиком. Когда ему исполнилось 3 годика, семья Якубовых в 1972 году решила оставить Советский Союз и переехать в Израиль. Через год семья выехала в Италию, а в 1974 году семья эмигрировала в Америку. Все свое детство и юность, отрочество он провел в Нью-Йорке. Конечно, вначале все было не так просто. Все-таки семья пережила 3 эмиграции. Но постепенно все вошло в обычный ритм американской жизни. Ниссан очень хорошо учился в нью-йоркской школе, и он был одним из ярких примеров подражания для своих одноклассников. В их доме всегда звучала музыка и бережное отношение к народным бухарским песням.
а также на иврит и идыш к поэзии. Родители всю эту свою любовь к искусству в полной мере передали своему любимому сыну Нисону. My name Бабуля Сорах. My name Сорах Саджаков. I am come to America. They ask me to say something. I say I'm non-talking. I cannot talk. When I come to America, I want to make things to become rich. I first make my own perfume. For men, I call it body cologne. And for the women, I call it Rahmati cologne. In America, everybody crazy. You read book, you see title on every page. Because American people, they have to look up all the time. Soon they're gonna go to movie, also look up, see the title on the movie. But I want to say that in America, I want to buy something. I go to store and it's a big sale last week. I don't understand. They're crazy. They don't know. My grandson, he was in gay parade in California. I see this on TV, I say, this is my grandson. Then they tell me he was in gay parade. I take him and I tell him, what you doing? Are you crazy? I'm gonna fight for you, girl. I'm gonna fight for you. Like this horse, so much hair, you're gonna think it's a boy. Every time something new. Rabbi Yeshua wants to buy Chevy dealership for his son-in-law. But the American people in this Queens, biggest town, they don't like the name. So he won't call it Domo Chevy. They don't like it. So then they came up with American name. For Melinda Katz, Anthony Weiner, they call it Johnny Mark Chevy. Now they say, okay. Baruch Hashem. But I'm very old woman. I'm studying karate for 92 years. And I won't challenge anybody to demonstration. Bahawat Kaparash. Обладая музыкальными и актерскими способностями и большим чувством юмора, он всегда рвался на сцену. Когда Нисону исполнилось 12 лет, ему посчастливилось прослушаться в самом Голливуде. Вся комиссия была поражена его ярким талантом и даже предложили ему роль. Но Нисон, прочитав сценарий, отказался от этой роли и решил для себя, что она неинтересна. Успешно закончив школу, он поступает и заканчивает Queens College и получает профессию психолога. А позже стал преподавать этот предмет в Туро колледже. Он очень любил Израиль. Наступило время, когда он женился и решил переехать в Израиль и устроился на работу менеджером по психологии. В доме росло 6 детей, которых он очень любил, и делал все для того, чтобы они получили достойное образование, и устраивал в лучшие школы Израиля. По природе своей был великолепным актером. He's still not coming out. Wait a minute, I see someone coming. Hold on, hold on.
Это мама. Jacob, выходи оттуда, come out, Chaim. What you doing? What are you doing? All right, get back, ma'am. Get back, get back. All right, send in the tear gas shot, please. All right, he should be coming out now. He's still not coming out. All right, Mr. Babajanov, time to contact Homeland Security. Just a minute, somebody else is coming. Hold on, hold on, just a moment. Hello, Jacob. Это бабуля. Jacob, напиши, пожалуйста, выходи оттуда. На нас пятно сядет. Where is he? He's still not coming out, ma'am. And that was the story. That finally just came out. That was it. We got him. Thank you, Baruch Hashem. Y'all call me Kimet. Higher! Higher. Y'all call me. I do my best. Прекрасным ведущим на многих вечерах и концертах и выступал со своими юмористическими сценками. Он получал теплые аплодисменты, когда показывал зрителям свою пародию подражания на свой любимый персонаж Билла Клинтона и других политических деятелей. Truth of the matter is, I am not here. You see, because the word here is like the word there, only without the T. Erev Tov. Ani rotze lagid. Я могу и говорить по-русски. Я очень рад, что столько людей пришли на такой вечер сегодня. Я со своей супругой бы. Мы приветствуем, мы очень-очень-очень рады видеть столько людей в нашей общине. Большое спасибо Рабай Залману, Борис Кандову, а я со своей супругой поздравляем вас всех. Много людей подходит к нам с отличными идеями. Мы приветствуем эти идеи. Я всегда говорю, не надо много говорить. Надо много слушать. Радио Биби Восток. Люди хотят сделать в следующем году конгресс на Space Shuttle. Ламало. Пусть каждый даст по 100 миллионов долларов. И мы полетим на Луну. Конгресс Бухари будет на Луне. Даже можем сделать на Марс, если можно. Это будет первое в истории, что наши общины, наши бухарские евреи полетели в космос. Туда раба. Спасибо всем. The United States of America will lead the world to peace. Thank you. Особенно он любил пародировать на те песни, которые исполняла его любимая мама. Не сон на сцене, словно в жизни, не играет, а живет, он с рождения до сцены целый мир в себе несет. And then the girl would say, oh my God, what did he say? And the other guy would make something up. Oh, he says your eyes are like the stars in the heaven, so beautiful. So then one day they went somewhere and they see two ladies sitting there alone. So they said, let's go, Raul, let's do it. So they came up to them and they started carapochito, pero por cuatros. And then the two girls were like, ¿qué? Казалось, все хорошо. Но 10 декабря 1990 года в Нью-Йорке в их дом поступило горе. Ушел из жизни глава семьи Борис Якубов.
вся семья тяжело перенесла эту тяжелую утрату. Не сам потерял не только отца, но и близкого друга. Жизнь продолжалась со своими печальными и радостными событиями. После ухода отца Нисон проявлял большую заботу своей маме и старался почаще быть рядом с мамой и всячески поддерживал ее. Нисон продолжал работать и воспитывать своих детей. Но, к сожалению, он вскоре заболел. Врачи делали все возможное, невозможное, чтобы спасти его. 8 months ago I received a bone marrow transplant. Thank God, I was the only child. It was a very rare situation, and it looked hopeless. Thanks to Ezra Mitzion, they found a bone marrow donor, and I'm here today. Thank God, I'm 100% with no trace of leukemia and complete remission. Но чудо не случилось. 19 ноября 2019 года покинул этот мир замечательный, любящий сын, заботливый отец, психолог, педагог, великолепный ведущий и актер Нисан Якубов. Как же мне научиться жить без тебя, сынок? И как душе исцелиться, слез перекрыть поток? Жизнь известила скорбно, что нет уже в ней тебя. Как же теперь возможно принять этот мир, любя? Самая большая трагедия в жизни – то, это когда родители провожают последний путь своего ребенка. Я желаю всем вам, мои дорогие, чтобы вы никогда не испытывали такого горя, через которое прошла я. Ветер милый, прошу, унеси под небеси теплоту и любовь материнского сердца, все прощения и скорбь материнской души. Передай это сыну, поскорей поспеши, успокой его боль в колыбели качая. Мой сын, мой цветочек, мой бутон, самый мой счастливый сон, мой сын. Усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный страх пройдет, и я усну, как в детстве засыпала на руках с куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Мамины глаза все на свете понимают, а мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. Вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Забери его боль, для души дай надежду. И скажи, его мать очень любит, как прежде. Просто мне не дано его снова обнять, пожалеть от души и, как прежде, понять. Мой любимый и единственный сын Нисан Якубов.